Представляете, просыпаетесь утром и видите рядом совершенно чужого человека. Эта тоска постепенно перерастает в депрессию. Новый формат спектакля – драматический концерт. Это часовой музыкальный марафон, где солистка Ольга Любицкая в монологах и музыке рассматривает каждую грань любви. Где-то с иронией, а где-то с драмой, настоящая, искренняя, иногда болезненная. Каждый зритель увидел в постановке себя. Любовь, она многогранна, и вот все эти грани мы постарались уложить в один такой вот короткий 60-минутный спектакль. Драм-концерт мы это называем, или кавер-драма. Ну, в общем, это такой коллаж ощущений, восприятий такой темы, как любовь. Идея постановки родилась в андеграундной театральной студии «Шахта» драматического театра, где актеры выходят за рамки привычного спектакля. Солистка Ольга Любицкая как раз и предложила выйти за рамки стандарта и рассказать про любовь в таком формате. Новый формат требует новых технических решений, что и удалось воплотить. Мы применяли так называемый видеомаппинг, да, то есть мы брали каждую деталь, каждое изображение, дробили ее на 4 части, каждый этот фрагмент натягивали на геометрию, на ту геометрию, которая у нас, собственно, была, которая нам была предложена. На сцене приглашенный артист Евгений Йоханссон и актеры театра Михаил Купрыгин и Олег Романовский. Здесь раскрылись таланты, которые зрители до этого не видели. Прекрасно, прекрасно, до слез. Потрясающе красивая Ольга. Очень похожа на Патрисию Касс, мне лично так показалось. Поет великолепно, чего я не знала о ней. Я знала уже ее актерские таланты в разных выражениях. Но вот такой певческий талант. Здорово. Вообще, в принципе, мы соскучились вообще по подобным вещам, как бы, да, и после всей этой вот пандемии вырваться куда-то, это так здорово, так трогательно, так, не знаю, прям, душу отвела сегодня на этом музыкальном спектакле. Мне очень понравилось. Вы знаете, это было великолепно. И очень рада, что в такое напряженное время, когда карантин, и мало мы общаемся друг с другом, это просто праздник души, настроение, и вообще все великолепно. Я получила огромное удовольствие, наслаждение. Спасибо нашим актерам. Музыка возвращает человеку то, что отнимает у него жизнь. Завершая драм-концерт, композиция «С любимыми не расставайтесь», ведь какой бы ни была любовь, она дает силы для жизни и творчества. Так же, как и в театральной студии, работа продолжается, чтобы показывать зрителям новые спектакли в новом формате. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.